Первым упражнением на сегодня будет отжимание на брусьях, которое направлено на проработку мышц переднего плечевого пояса, груди, плеч, трицепсов. Подходим к станку, устанавливаем руки плотно. Желательно локти максимально развести в сторону. Подбородок прижат к груди. Ноги скрещиваем и отжимаемся. Вниз делаем вдох, опускаемся до 90 градусов. Вверх, выдох, вдох, выдох. Теперь мы будем выполнять горизонтальную тягу блока узким хватом. Это упражнение направлено на проработку мышц спины, а именно широчайших, трапециевидные. Также здесь задействована бицепс плеча и длинная головка трицепса. Занимаем исходное положение, ноги параллельно полу, спина выгнута и отклонена чуть назад от вертикальной плоскости, руки вытянуты. Теперь мы плавно переходим к упражнениям на ноги. Первым упражнением является подъем на платформу. Очень эффективное энергозатратное движение, которое можно выполнять как с отягощениями в руках, так и без них. Занимаем исходное положение, чтобы нога была по центру степа. Угол опорной ноги 90 градусов. Заднюю далеко не отставляем. Слегка наклоняемся перед началом движения. Встаем за счет силы опорной ноги. Очень важно не помогать себе задней ногой. Опускаемся. Когда мы встаем, мы корпус выпрямляем. Когда мы опускаемся, мы корпус чуть-чуть наклоняем. Упражнение выполняем в многоповторном режиме от 10 до 20 повторений. Финальным упражнением на ноги являются выпады назад на одном месте. Здесь задействованы мышцы бедра все, особенности задняя ее часть. Выполняется следующим образом. Стоим на месте, колени подсогнуты, опорная нога всегда неподвижна, в том числе и колено, и выпадаем задней ногой, наклоняясь слегка вперед. Финальным упражнением каждой тренировки является упражнение на пресс. Сегодня мы рассмотрим один из таких вариантов. Это скручивание на блоке, стоя. Встаем в исходное положение, оттянув таз слегка назад, выгнув поясницу. Голова прижата к блокам, блоки уже слегка приподняты. И с выдохом мы скручиваем спину в пояснице. Подготовка тела к лету в самом разгаре. Тренируйтесь вместе с нами.